Дорогие друзья, с вами 904 и OneShare вышла новая серия. Смотрим. Я ее снимаю, потому что работники прекратили свое. Вот. Вот эти вот дивоята. Да. Обездвижили и клетка. Сейчас будет 404 отсюда выбираться. Вот они. А вылазили. Вау, вау. Все решили такие вот. Что? Сейчас буду стрелять. У него мутаген закончился. Что? А, он притворился мертвым. Хороший ход. Вот так вот. Сразу минус те нижние. Прикольно. Все сразу такие. Валим отсюда. А, сзади. Вот так. Ну, с КВ-44 будет не так просто, так с остальными. Хотя и с прошлыми было непросто. О, да. Режим диверсии. Давай, выключай. Отлично. КВ-44, ты на свободе. Возвращайся к хозяину. А, не, надо еще это... снять. Все, минус все. Теперь вот можно точно возвращаться. А это... Подожди, хозяин! Ой-ой-ой. Ну-ка, башня-разведчик. Так, прыгайся. Так, вроде устойчивая. Ну, если учесть то, что КВ-44 в сотню раз тяжелее этой башни, то точно. Ну, повезло, повезло. Вот, наконец-то можешь возвращаться. Так, где тут? Стена. Так, компактный режим. Полетели. Ну-ка, и кто тут нас светит? Хорошо. Что за? Левиафан? О, ты вовремя. Вовремя. КВ-44. Это что за стегозавр? Динозавр был такой. Обитал в юрском периоде. Ну, что хочу сказать, КВ-44 реально крутой. Особенно сцена, где он притворился мертвым, это вообще.